Приветствую всех подписчиков, а также просто зрителей моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы продолжаем вместе с вами играть в игру «Черная Меза». Находимся мы сейчас с вами где-то на старых железнодорожных или монорельсовых путях, откуда пытаемся выбраться до сих пор. Направляемся мы все так же к комплексу «Лямбда». В прошлый раз мы с вами расправились с большой-большой хреновиной, которая буквально была для меня неуязвима и жарила с двух рук огнем. Также обратно же встретили как вартигонтов, так и вояк. Вояки, кстати, меня последний раз довольно сильно разозлили. Я как уже вам еще в прошлый раз говорил, да и сейчас повторю. Они любители убить обычных людей. Причем убить ни за что, ни про что. Просто берут и уничтожают солдат и мирных, так сказать, гражданских. Я за это на них очень-очень был зол. Тут, кстати, у нас и погиб один из наших товарищей. И не подумайте, что я сейчас не знаю, куда иду. Я к тому, что я специально возвращаюсь назад. Тут я парня в прошлый раз где-то находил вот здесь. И были патроны. Или я ошибаюсь? Да. Похоже, я ошибаюсь. По крайней мере, патроны на то, что я хотел, я не нашел. Пытался пополнить боезапас револьвера, но не вышло, ладно. Небольшой крюк вышел. Придется с этим смириться. Ну и двинуться дальше по пути к небу. Мы, кстати, еще в прошлый раз услышали информацию о том, что нам надо найти какую-то ракету и запустить ее в космос. Я только не понял, зачем. То есть, ну, я понимаю, если это помогло бы как-то зачистить это место, но запускать даже баллистическую ракету непонятно куда, не самое умное решение в нашей ситуации. Так, там вартигонты. Нет, хуже, намного хуже. Промазала твоя. А я нет. Так. Ситуация-то у нас какая? Ну, просто я не пойму, какого я рожна сюда лезу-то. Кроме вот этого вот добра, я ничего ценного пока что не вижу. Или мне кажется... Да нет, все правильно. Я сейчас просто по кругу прошел. Так, давайте тогда я зенки свои-то открою пошире. И посмотрю еще раз. Вполне возможно, на ровном месте что-то упускаю. Так, дверь эта закрыта. Вот эта дверь. Закрыта. А. Во, все вижу. Open the door. А, нет. Я хотел сказать, может, мы на поезде поедем? Не тут-то было. А вот и ракета. Так, тут ничего не нажать. Да ну нафиг, будешь мне еще ракетой кидаться, сволочь. Так, мне вверх или вниз? Вопрос главный, это который меня сейчас будет волновать. Мы сейчас на дне. Так и есть. Кнопочку. А, это по-любому надо сделать, короче, чтобы ракета потом запустилась, я думаю. Ну-ка. С
Кого-то вы где? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Откуда ты стрелял? Сверху, что ли? Не понял, если честно. Ладно, где-то тут кнопочка. Он наверняка где-то здесь. Иди сюда. Гондонию. Великолепно. Единственное, что меня не радует, то что если она сейчас полетит, меня здесь нафиг взорвет к кедрине фени. Или это только кажется. Нет, 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 пожалуйста, не запускайся, пожалуйста, не запускайся. Ну или ну его. Давайте нажмем на кнопочку. Rocket ready. Там, кстати, а вот хотел сказать, там не открылось ничего. Открылось еще как. Ну-ка, где вы? То, что как раз мне не хватало, да? Радует, что разработчики все равно подумали о вот такой вещи, что, возможно, у нас будет пригорать в одном месте после каждой битвы и стоит почаще эти станции зарядки. Угу. Ладно. По идее, мы сейчас должны будем подняться наверх, насколько я помню, и там найти где-то пусковую остановку. Точнее, станцию, где основные кнопочки запуска. В первой части, когда я еще играл в древнюю, так сказать, первую часть, еще не переизданную, насколько я помню, была какая-то ситуация, что там лестница, а на ней вот эти вот бомбы с лазерным, так сказать, детектором, и надо было аккуратно по бордюрчику, что ли, прыгать, чтобы перепрыгивать эти лазеры, а если взрывалось, то все, типа, конец. Иви. Ой. Ну еще бы. Вот так вот свобода. Не связывайтесь с Гордоном Фриманом. Твою. Ну вы поняли, что я хочу сказать. Ты как в меня пальнул из базуки? Еще? Вы-то откуда вывалились? Ладно, я хожу сюда даже. Трое из дворца, что ли, из ящика вышли? Доктора убили, твари. Уму непостижимо, какие чудеса творятся, так сказать, в черной меди. Наверное, надо было просто попасть вот в эту фиговину, в ящик с горючим или бочку.
Нет, с одной стороны, хорошо, что я подумал о том, чтобы пойти пешочком. Выйди я сюда, так сказать, Браво, так как Шварценеггер в 90-х в боевиках на машине в открытую получил бы залпом из базуки, тут еще добавили бы сверху из огнестрела, ну и все. Прости, прощай, Гордон Фриман. Да, ну. Опа. Ну что, кто заплатит, а? Я вас вижу, тварь. Ну? Как вам нравится? Да вы запарили, хватит. Самоподрыв камикадзе, что ли? Я вас не вижу. Покажись. Вот это было круто. Оба мертвы. Да, нормально. Немножко под конец, конечно, сплоховал, но думаю, сейчас мы быстро исправим свою оплошность, восстановил здоровье и тому подобное путем нехитрого поиска. Кстати, мне в ответку можно тоже читать речь о том, что все, что я знаю о вас, это то, что вы убили моих тоже сослуживцев, сотрудников. Блин, понимаете, я что-то почему-то забыл, как что это было. Не знаю, что это было, но возможно обратно где-то G-Man, смотрящий на то, как я здесь устраиваю полный геноцид военных. Ладно, не важно. Сейчас более важно, где тут вход куда-нибудь. Контрольная комната закрыта. Ничего такого нету. А, вон там он, открытый люк. Туплю, извините. Патронов не видать? Нет. Сохраняемся и ползем давайте. Настало, Валера, твое время. В таких узких помещениях, думаю, дробовик будет самое то. Так, еще желающие есть получить? Если вы такие правильные, какого хрена вы убивали людей? Вы думаете, теперь я буду вас жалеть? Фиг два. Будем рвать, да, Фриман? Вот.
Я так понимаю, отсюда я смогу нажать заветную кнопку. Нормалек. Так, сохраняемся. И наблюдаем за великолепным. Это много. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Блин, круто сделали, да? В принципе, игра настолько, ну, крута и... Я даже не знаю, как это сказать, своеобразно, что, ну, именно свой стиль переизданная она все равно имеет, что за нее можно требовать деньги. Хотя мод, как я понял, распространяется совершенно на безвозмездной основе. Разве что для начала вам надо иметь хотя бы одну часть лицензионную. У меня вообще из всех только эпизод первый есть. Мне похоже, надо куда-то попасть. А вот все. Ну я, как всегда, ожидаю много вояк, но что-то как-то спокойно, чересчур. Ладно. Тогда займемся поиском ништяков. Тут завал. Ну нет, тут контейнер. Конечно, возможно, там что-то и было когда-то ценное, но уже все вытащили. Окей. Что-нибудь мне ценное вывалится. Ну там я вижу, конечно, контейнер с броней, но надо быть аккуратным. Не пойму, почему там коротит. Ну как бы, если по воде идет, то должно идти и по рельсам. Но тут какой-то прям полный молчок. Реакции ноль из-за вот этой вот фиговины. Непонятно вообще. Да запрыгни. Воу-воу-воу! Слава-богу! Твою! Ой-ой-ой-ой-ой! Мрачные предчувствия, да твою ж! Я не понял, почему ты не всплываешь, долбанутый Фриман? Офигеть! Ненавижу. Ненавижу эту хреновину. Писец какой-то. Что-то мне не нравится то, что здесь только воды. Великолепно, блин.
И что вы мне предлагаете сделать? Научиться летать? Еще меня лестницей практически долбануло насмерть. Обожаю эту игру. Еще застрял на ровном месте. Сейчас вернусь обратно, будут сверху военные стрелять. Ну что ж, сохраняемся. Делай. Да я понял. Минус один. Минус два. Ну что, я туда допрыгнул вообще? Нет. По крайней мере, не таким макаром, да? Ага. Эй, 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 эй! Сейчас тупил, Фриман, ты жестко, мужик. Так, там, по-моему, что-то есть, да? Ага. Так вот. Ну теперь я понял примерно хотя бы что делать. Вот. Какого хэя застреваю на ровном месте? Такие недоработки в принципе, ну, не прям так критичны, но бесит. Вот. Знаете, иногда вот именно такие мелочи и бесит. Причем серьезно, зачастую. Так, и что теперь? Так, что в самом низу? Ага, вот он. Твою. Куда ни посмотри, везде проблемы. Да выпусти меня. Ой, как я злюсь сейчас. Кстати, а пистолет стреляет под водой. Неужели свершилось? Так. А, это зомби. Мужик. Привет. Краб. Ну, я вот именно поэтому и стрелял, что здесь можно патроны-то пополнить. На-на. Скушай. Я конечно выкусили сволочи. Фух, хоть немножко подуспокоимся в плане восстановим здоровье, хоть нервничать так не буду. Тут я всех грохнул. Чувствую, она сломается у меня под ногами. И что теперь? Твою. Давайте подышим. Ну, вряд ли вот так вот я смогу подняться. Хотя был шанс.
Ладно, похрен. Так, подышал. Нет, не подышал. И пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дыши, дыши. Ненавижу воду. Как я ненавижу воду. Знали бы вы. Ну хоть что-нибудь здесь есть, куда можно свалить нафиг. Так, ладно, давайте подумаем. Чисто логически. Конечно, главный вопрос, который должен меня сейчас волновать, это как отсюда выйти. Но также у меня волнует вопрос, какого х здесь столько воды? Угу. Ну, здесь вот, в принципе, сюда можно уйти. Давай, я задохнусь, это. Да, друг, давай. Ох ты, меня сейчас вымоет нафиг. Да ёкарный бабай. Я задохнусь же нафиг сейчас. Вот он выход. Ой. Фух. Неужели? Ненавижу эту фигню. О, блин! Да идите в баню. Куда ни пойди, везде жопень. Охренеть. Я боюсь. Короче, там, где нету перила, вообще лучше не появляться, да? По крайней мере, скользко. Да, я проезжаю, проскальзываю по воде, похоже. Нет, вообще надо тратить вот эту штуку. Слушайте, да? То ли где-то здесь монстр, то ли... Где-то мразота это. Здрасте. Да. They claim it was hauled from the Challenger Deep, but I'm positive that beast hasn't swam in terrestrial waters until a week ago. There is a tranquilizer gun in the shark cage, but I'm not sure it would work on this particular species. You are more than welcome to try your hand. Да ты долбанулся, мужик. Не знаю пока. То я не горю желанием вообще лезть к воде. А, ну ты на меня не смотришь. Я думал, что ты это говоришь так обвиняюще. Что ж ты, сволочь, наделал? Кстати, я дернул нажать на эту красную кнопку. Дернули вы. Причем весьма не самым лучшим способом. Наживка для акулы, да, прям. Вот сейчас, я думаю, будет эпик. Если я упаду мимо этой долбанутой клетки. Опа-на.
Нет, не падай. Не срывайся, пожалуйста. Нет. Ой, блин. Все, сдохло. До свидания. Так, мне надо теперь куда? Думаю, вот сюда. Ой, звездец, как мне туда забраться? Я сейчас в истерике начну биться, что я в воде, где, возможно, плавает эта долбанутая акула. Да, я отсюда, в принципе, никуда деться не могу, да? Вот это я могу только сделать. Если я сейчас нажму эту кнопку, откроется что-нибудь и выползет еще одна акула. И оно надо? Нет, мне оно не надо. Пытаемся, значит, решить все радикально своими методами. Вот так вот. Упираем в стену. Я сказал, упираем в стену. Так, долбануться об стенку. Чуть-чуть. Ладно, вон там я вижу какой-то вход. Давайте туда сходим тогда. О, неужели? Дыши! Выбирайся нафиг оттуда, долбанутый Фриман. Вы знаете, это бесит, он начинает вообще не двигаться. Такое ощущение, что специально. Ладно, повторим. Арбалет, кстати, не так круто выглядит, как во второй части. Да мне тоже. Now with that beast killed, you can continue forward. Да ты прям этот, мистер Разрешалка. Клал я, конечно, на твое разрешение. You do have more ammunition, correct? Есть. Так, дверь откроется. Так, вопрос... Слушай, доктор, не капай мне на нервы. Если ты думаешь, я каждый день вижу таких гондонских акул, ты глубоко ошибаешься, это раз. Во-вторых, я не знаю, как пролезть туда. Ладно, я сохранюсь и открою вот этот грёбаный люк. Если оттуда что-то выползет, я его порву. Да? Где ты, тварь? Ай! Знаете, нервничаю. Невероятно нервничаю. Такое ощущение, что тут должно быть сотни этих акул, и я и пойду к ним на корм. Не знаю почему. Очень сильно нервничаю. Так, это обратно, оно мне вообще не нужно. Как говорится, даром не сдалось. Умри. Фух. О, как мило. Нет. Эй, откройся. Так мне намного будет спокойнее. Ладно, для успокоения моих нервов, давайте, ребята, я сделаю перерыв. Действительно, потому что
Страшно, блин, нет. Да. А, в следующий раз мы обязательно продолжим с вами проходить. Надеюсь, вы не сильно не обидитесь, что я так взвинчен и меня поймете, но не люблю я воду. И акул особенно. Наверное, самый страшный, ужасник для меня это фильмы про акул. Так, все, отдышался. Спасибо вам большое за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.